Так, вот. Сегодня дохуя народа. В это, блять, там вот какие-то петухи стояли. Я не знаю, кто это. В той стороне. Где-то трое. Потом еще, когда я заезжал на тутку, ну, сюда, в эту сторону, с дороги шли какие-то шесть бредищ. Я вообще не понял, кто это. В куртках, с сумками. Ну, сумками дамскими вот этими на плечо. Блять, кто это вообще? И что они тут забыли? У них не было никаких собак. То есть, я не знаю даже, кто это может быть. Сейчас, блядь, час дня где-то. Рабочий день. Сейчас среда или что там, я не знаю. У дебилов хуй знает, что там. У меня лично воскресенье сейчас. Вот, смотрите. Машина какая-то тут ехала. Странно, вот что это за машина, нахуя она здесь ехала, блядь. Вот, эта вода до сих пор здесь, ну вот, видите, это хуйня, блядь. Я не понял, здесь каналов нету, как бы, она просто сюда, через вот этот песок пробилась, или как она сюда зашла? Вот эта вода, кто знает, водотеорию, блядь, как она сюда попала, блядь. По-моему, вон там ничего нету, никаких каналов. А хотя, может, и есть. Но вроде нет. Сейчас можно глянуть. Быстро. Ну, вон тот, вон та насыпь меня интересует. У меня 35 аккумулятора процентов. Вот я хочу проверить заодно. Это новый аккумулятор стоит. Ой, здесь бичья тропа. Бля, ветер заебал. О, нихуя тут бичья тропа, реально. Я что-то не знал этого. Вот, смотрите, вот заводь вот эта ебаная. Там ничего не выходит сюда. То есть как она попадает туда, вода эта ебаная. И она стоит там. О, нихуя тут помойка, блядь. Хуя тут бичевска. Вот тут точно, блядь, цепанешь какую-нибудь хуйню. Сука. Если что-то заденешь, все, пиздец тебе. Здесь точно цепанешь. Короче, у меня повышенное давление, да, вот я говорил. Я это ехал, ходил к врачу. Короче, блядь, сука. Ну, это моя обычная дорога. Короче, она мне дала направление, да, на ЭКГ, на кровь. И одновременно выписала от давления таблетки, я их не стала покупать. Потому что нахуй надо пить, как бабка. Хотя, может, и надо, хз. Ну, как бы, я говорю, типа, может, мне кардиологу, вот она мне дала направление, да, на кровь, на... Но так как вот сегодня, то есть, блядь, в это время, блядь, вирус, ну, этот ебаный корова, да, я что-то подумал, что мне занесут какую-нибудь хуйню, блядь, через иглу, да, изи вообще. Хорошо, если не гепатит. Но корову, я думаю, изи вообще я бы цепанул. Поэтому я отказался. Но я не пошел. Хотя направления уже были. Даже на ЭКГ не пошел. Потому что там ложиться на эту хуйню, на которой до тебя лежала пол Красноярска, да? В этой обоссанной поеботине бесплатной, да? Подступила, но там вот, я не знаю, как через вот эту хуйню вода туда зашла, вот, сами подумайте, через вот эти все хуевины просочилась или что, не хуй знает. И она там стоит, но она стоит, пока вот здесь стоит, как здесь уйдет, она и там уйдет, какой-то сообщающий сосуд.
Вот здесь то же самое. Наверное, через песок, что ли, она просочилась. Видимо, тут песок ебаный. Из него заебись, да? Короче, какой-то народ тут лазит. Какие-то два упыря там сидело около брода этого, где я не мог проехать обычно. Я там не стал снимать. Они сидели на другом берегу, прямо около брода. В капюшонах и что-то там, рюкзаки, по-моему, стояли. Какие-то дебилы, блядь. Что они могут тут делать в среду? Сидя около брода, там точно рыбы нет. Что за долбоёбы, хз. Что вообще за дебилы вообще, блядь? Я бы понял, если бы на лесопедах. Просто лазить тут, что тут делать, я не понял. Может, закладчик ёбаный?